Губкинские единороссы помогли студентам в приобретении одежды. Оказывать поддержку людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, для партийцев стало доброй традицией. Они регулярно помогают многодетным семьям, пожилым людям, инвалидам и студентам. Большое спасибо, что оказали мне помощь в трудный момент, когда мне это было очень необходимо. Да и спасибо большое таким людям, которые оказывают помощь людям, которые нуждаются в помощи. Пакеты с одеждой единороссы вручили двум подросткам, студентам филиала Муравленковского многопрофильного колледжа. Ну, хорошо, что в городе Губкинском существуют такие люди, которые неравнодушны к чужой беде и готовы помочь, прийти на помощь. В этом у нас, конечно, хорошую помощь оказывает партия «Единая Россия». Поэтому спасибо всем тем соратникам, которые неравнодушно относятся к проблемам наших студентов и доставляют в очередной раз необходимую одежду, обувь, которая действительно необходима ребенку для того, чтобы он посещал колледж, чтобы он просто общался с нашими студентами. Мы принесли те вещи, которые совместно с партией, они сами выбрали в магазине, помогли приобрести и, соответственно, вручили. Напомним, представители местного отделения партии «Единая Россия» регулярно участвуют в благотворительных мероприятиях. Одни из самых массовых акций – это «Северяне против коронавируса» и «Елка заботы».